Ух, здравствуйте, с вами мистер Фрей. Что же, я немного пришел в себя и понял свою жестокую ошибку, когда я пошел разговаривать с Бейтсом о всех этих ужасах. Разумеется, мне хотелось просто поговорить, но не вызнать информацию, которая мне так нужна о новых и новых ключах. А о ключах мне может рассказать только Виктория, потому что Виктория что-то понимает в генеалогии Гордона, в которой я не понимаю ни черта. Могу я с вами немного поговорить, Виктория? Конечно, Сэм. Что же, даже не знаю. Давайте для начала поговорим про Эшбури. Там был полный хапец. Что было в здании Эшбури до того, как оно стало санаторием? Не знаю, меня никогда не интересовало это место. А почему вы об этом спрашиваете, Сэм? Я просто хочу знать, это не важно. Однажды Роберт обмолвился, что там раньше была больница для больных холерой. У этого здания действительно ужасное прошлое. Ио. Хотя, честно говоря, я себе крайне слабо представляю, кто такой холера. Виктория, я был в кабинете Роберта и увидел портрет человека, которого я раньше не видел. Это кто-то из нашей семьи? Портрет? Вам не надо было заходить в эту комнату, Сэм. Роберт не любит, когда туда кто-нибудь заходит. Даже я. Ничего страшного, я не буду орать на вас, Виктория. Вы мне сам не знаю кто, то ли тетя, то ли бабушка. Так черт его знает. Я просто пытался найти что-нибудь, что помогло бы нам узнать, где может находиться Роберт. Все его вещи в порядке. Хорошо. Он бы разозлился, если бы узнал, что вы были у него в кабинете. Эта картина – портрет нашего предка, Лотера Гордона. Это он основал санаторий, где работает Роберт. И когда это было? Около 200 лет назад. Я точно не уверена. Санаторию Эшбери уже много лет. Но где же похоронен этот гребаный Лотер или Лотар? Правда, я бы его лучше Лотаром бы назвал. Какой он нахрен Лотер? Хотя черт его знает. Это просто готика навевает мне подобные сравнения. Тем не менее, где ж, черт побери, он лежит? Мне нужен его ключ. Расскажите мне о Лотере Гордоне. Он долгое время был главврачом в санатории для умалишенных. Хотя в то время не говорили о терапии и лекарствах. Он, скорее всего, продолжал бы работать, если бы не заболел. В чем заключалась его болезнь? Со временем это место полностью поглотило его. Все эти больные умы, с которыми он проводил дни и ночи. В конце концов, он сломался и тоже сошел с ума. Он умер одним из тех, кому помогал. Грустная история. Он умер одним... Дошло. Я не сразу понял, что это за кошмарное выражение. Но тем не менее, Лотар Гордан, где, черт возьми, лежит? Когда Лотар умер, где его похоронили? Я вижу, вы проверяете мою память. Насколько я знаю, его тело, как он и просил, осталось там. Его похоронили в скромной могиле за санаторием. Позже это место превратилось в кладбище. Многие умершие в стенах санатория нашли там свое пристанище. Вы извините меня, Сэм. Йоксель, шмоксель, а я ведь там видел могилку с именем Гордонов. Кажется, именно на ней были эти странные... Как это называется-то? И знаете, я ищу картину. У меня, кажется, нет больше с собой картины. Да, нету. А для какого черта я ее взял? Это странно. Это недоработка или, наоборот, доработка? Недопонимаю. Ладно, я хочу на кладбище. Для начала, может быть, медсестра что-нибудь знает. Не представляю, о чем еще мы можем говорить. Тьфу! О, винтик. О, я взял винтик. Нафига? А ведь просто так заглянул. Ну, блин. Бывают же в жизни огорчения. Ну, раз уж мы так рядом, да, конечно. Так близко от кладбища, то, пожалуй, я не буду вас особо... покидать. Что за могила-то? Ну, могила так могила, странно. А, и теперь на каждую могу смотреть, как дурак.
Габриэль Свен. Умер в 1805 году. Да. Дамиан Гейл, наш дорогой любимый сын, покинул нас навсегда в 1814 году. Тедеуш Лорн, наш дорогой отец, скончался в 1752 году, оставив свою любящую жену и детей. Здесь покоится сэр Натан Порт, который покинул этот мир в 1638 году от Рождества Христова. Пусть его душа покоится с миром. На этих старых могилах почти ничего нельзя разобрать. Эвелин, наша возлюбленная дочь, была погребена здесь 12 лет от роду. Пусть же ее душа найдет упокоение, которого у нее не было в этом мире. Ужас, 12 лет. Это кошмар. Льюис Бейт, 1852. Безымянная могила. Безымянная. Герб. Сначала нужно убрать заросли. А черт. Вот наш герб на каменной плите. Это должно быть та могила, которую я ищу. Опять я пропустил ту фразу, как дурак гребаный. Так, нужно убрать заросли, говорите вы. Я должен как-то избавиться от этих ветвей. На них полно колючек. Гадость. Садовые ножницы. Я их прежде не замечал. О! Черт, они поломаны. Мое любимое слово. Мое гребаное любимое слово всей этой гребаной игры. Поломанные садовые ножницы. Ну, это вполне логичная загадочка. Да. Ну, честно говоря, я просто вспомнил, что в часовне было много какого-то то ли сена, то ли чего. Я не знаю, она мне напомнила сарай. Я решил, что эти секачи обычно в сараях бывают. Это сразу вспоминается вторая Сибирь, где секачи вдруг появляются в грёбаной... Как ее там? Как это называется? Козел, что ли? Я не помню. Такая штука, которая всего одно колесо и две руки. Что же, могилка. Крышка очень тяжелая. Я не могу ее сдвинуть. Ну, ёпрст. Ну, Эй, ну какого черта? Мне же никто не сможет с ней помочь. Что же делать-то? Мусор, мусор и еще раз мусор. Это темный угол, значит, я смогу его подсветить, не правда ли? Нет, не могу. Мусор, Ну, мусор, ну и что? А, что? Что? Кто? Че? Опять я что-то нажал, и что-то произошло, и что-то я ничего не понял. Но я понял, что это палка, а значит, я смогу ее использовать. Опять же, извините в 20-й раз за то, что я пропускаю его реплики. Но, блин, это действительно сложно, когда у тебя есть мышка и всего две кнопки, и они, значит, одновременно и пропустить, и нажать. Это же бред, не правда ли? Да, это действительно неприятный факт. Но я знаю, кто нам поможет. Давайте проверим мою догадку. Могу я поговорить с вами? Ха, получается. Конечно. Конечно. Могила пуста, слышь, что говорю тут? Истину глаголю. Скажите, старое кладбище за санаторием, оно всегда принадлежало Эшбори? Да. Насколько мне известно, оно принадлежит Эшбори уже пару сотен лет. А до этого? До этого, я думаю, оно было частью прихода Вормхилла. Но, как я уже сказала, это было давным-давно. Спасибо, этого достаточно. Значит, старое кладбище принадлежало приходу Вормхилла. Это все, спасибо. В этом, кстати, нет никакого смысла. Если кладбище было основано на одной могиле одного человека, который всегда работал здесь, и потом к нему добавляли здешних же пациентов, какого черта оно принадлежало приходу Вормхилла? Честно говоря, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что здесь вот пробел.
Но может быть я ошибаюсь, может быть я где-то что-то недослушал или просто что-то не учел. Просто что-то могу не знать каких-нибудь маленьких моментов, которые эта игра не рассказывает. Что же, Вормхилл, я вполне могу телепортироваться прямо внутрь тебя. И черт возьми, как же у тебя тут красиво, я уже начал забывать. Каменная табличка, я ж читал тебя вроде. Церковь была построена во времена правления Маркуса Гордона Милосердного в 1230 году. Пусть этот приход ведет людей к благоденствию и укрепляет веру в нашего Бога. А ведь на том кладбище вот эта 12-летняя девочка, интересно, какого черта она вообще попала в этот санаторий? Это же, боже ты мой. Это, боже ты мой, вот что это такое. Что ты скажешь на это, святой отец? Да упаси прах. Отец Фредерик. Упаси прах. Ну, чушь несу. Да? Я могу с вами поговорить? Конечно, сын мой. Я слушаю. Отец Фредерик, чего вы не орете на меня, куда я пропал в прошлый раз? Ну, не орете, как хотите. Слышите, вот тут тело пропало, а мне ключ нужен. Мне нужно разыскать одного из моих предков. Вы можете мне помочь? Я был бы счастлив помочь вам, но... Я чувствую, что вас что-то беспокоит. Не хотите поговорить об этом? Поверьте мне, вы облегчите свою душу. Вы очень добрый отец, но я пришел сюда по другой причине. Я обещаю, что вернусь сюда, как только закончу то, что должен. Что ж, хорошо. Что вы хотите от слуги Господа? Мне нужно выяснить, где захоронены останки Лотера Гордона. Подозреваю, что в хрониках церкви должны быть соответствующие записи. Наши хроники уходят далеко в прошлое. Я думаю, мне удастся найти информацию, которая вам нужна. Пожалуйста, приходите попозже. Мне понадобится какое-то время, чтобы разыскать записи. Спасибо, отец. А мне что делать, пока ты ищешь записи? Блин. Вообще... Есть такое подозрение, что мне нужно его несколько раз спросить. Я это попробую, если не получится, тогда еще погуляю. Я надеюсь, что мы увидимся с вами, как только он мне что-нибудь расскажет, наконец-то. Я не хочу беспокоить его. Я не хочу. Так, я уже 10 минут гуляю. Я 3 раза его спрашивал, готово что-нибудь или нет. И все 3 раза он сказал, что нет. Ну, блин, давай, работай, сволочь. Отец, мне нужно... Да? Еще как нужно. А вы уже обнаружили что-нибудь в старых хрониках, отец? Это очень важно для меня. Еще нет. Вам следует набраться терпения, сын мой. Я вернусь позже. Это, черт возьми, самый издевательский священник. Самое издевательское ожидание, потому что я весь в напряжении. Мне интересно, что будет дальше. Мне интересно, чем игра закончится. Они заставляют меня бродить везде. Я брожу уже почти 15 минут. Создатели этой игры, по-моему, наигрались в... Знаете, во что? В Metal Gear Solid. Только там могут так издеваться над игроками. Но это, конечно, круто, но все равно. Отец... Мне нужно с вами поговорить. Ведь специально уродуют мой разум. Да, я вас слушаю. А вы уже обнаружили? Это очень важно. Еще нет. Я вернусь. Вы вернулись как раз вовремя, сэр. Аллилуйя. Я нашел нужную запись в хрониках. Лотер Гордон был отцом Томаса Гордона, отца Вильяма. Его останки покоились рядом... В Сэшбуре, согласно его последней воле. В Эшбуре. Однако спустя какое-то время его тело было кремировано, а урна с прахом помещена в ваш склеп на церковном кладбище. Там она и находится сейчас. Спасибо, отец. Вы мне очень помогли. Не нужно меня благодарить. Мне было приятно читать эти хроники. Мне было неприятно гулять. Просто везде, где только я мог гулять, черт возьми.
Знаете, если кто-нибудь будет играть в эту игру и кто-нибудь спросит меня, что это, черт возьми, такое и сколько можно к нему приходить, я скажу тому человеку, по-моему, посетить этого чертова отца нужно не менее 5-6-7 раз. Каждый раз уходя неизвестно куда, и это боль. Кто открыл склеп? Я знаю, кто могильщик, вон и ящик с инструментами валяется. Надо сразу что-нибудь стырить. Я не могу копаться в... Да ёпрст, сразу в его. В чьём его? Ты же даже не знаешь. Даже не знаешь. О, могильщик, откуда ты взялся? Не вижу. Здесь есть кто-нибудь? И тишина. Кто здесь так поздно? Ну! Я Сэм Гордон! А, ты выходишь. Это вы? Что вы здесь делаете? Ой, да я просто гуляю. Я знаю, сейчас неподходящее время для разговора, но у меня важная причина. Да, причина явно должна быть серьезной. Я разыскиваю останки Лотера Гордона, и это последнее место, где я могу найти их. Я бы хотел заглянуть внутрь, это не займет много времени. Нет, я не пущу вас в такое время. Мне нужно закончить работу. Приходите завтра. И можете находиться там сколько пожелаете. Мне нужно закончить свою работу, так что мне пора. Ну хоть урну с прахом дай, гад. Постойте, я знаю, что мы придумаем. Я слушаю. Вы можете пойти и поискать для меня урну. Это очень важно, и вы обязательно должны сделать это. Дайте сообразить. Вы придете на кладбище после полуночи, чтобы выкопать из гробницы урну с прахом вашего предка. И заплатите мне, чтобы я вам в этом помог. Точно. Я вижу, это в самом деле очень важно. А, черт, ладно. Я сделаю это бесплатно. Так чья урна вам нужна? Лотера Гордона. Она должна быть где-то в склепе. Ладно, подождите здесь. Я думаю, это не займет много времени. Конечно. Думаю, это придется или вырезать, или ускорить. Вы были правы. Я ее нашел. Вот, держите. Мне пора возвращаться к своей работе. Вы и так отняли у меня много времени. Мне бы еще хотелось сегодня поспать. Не буду отвлекать вас от работы. Хорошо. Чем раньше я доберусь до кровати, тем лучше. Истина твоя, дорогой мой могильщик с прекрасным голосом. Ладно, я очень хочу Desecrated. Остался только один ключ. У Уильяма есть только один способ получить его. Боюсь об этом подумать, но у меня нет другого выбора. Я должен завершить то, что начал. Бог простит меня. Воистину так. Что же? Должен сказать, что перевод немного... перевод. В смысле, озвучка немного, конечно, не согласована с... происходящим, ну и черт с ним. В этой темноте очень пригодился бы фонарик. Ого, у него есть фонарик, это замечательно, если так. Еще что-нибудь, maybe? Больше ничего нет. Гребаное проклятие. Зато я могу разговаривать с ним, отвлекать его массово от его работы. Но как же мне выкопать Уильяма? Или я могу... Земля еще не затвердела. Что я говорю? Ровно то же, что я думаю. Земля еще не за... Так, но мне нужна лопата. Но где я ее найду? Это большой вопрос. Maybe могильщик знает. Я не знаю, о чем мы можем говорить. Лопату у него спроси. Лопату, дурак. Ладно. У меня же нет никаких инструментов. Да, нет. Но что же я могу сделать? Вы знаете, мой разум посетила интересная мысля. Игра, как я уже много раз говорил, совсем не сложная. Наверняка... Точно. Ну, не совсем точно, я думаю... Даже не важно, что ты там говоришь. Мысль следующая. Могильщик... Эй, ты что застрял, дурак?
Могильщик копал здесь могилу. Могильщик. Могилу. Что вполне естественно. О, есть даже какой-то насыпь. Что за насыпь? И куда ты пошел? Очень темно, я ничего не вижу. Вот. И на этот насыпь мы наводим фонарик. Дыщ. Ну? Ну? На куче лежит лопата. Во! Во! Я вам что говорю, игра не такая сложная. Она сама подсказывает, где может быть лопата, потому что могильщик целую вечность здесь копал. Вот и весь секрет. Но также я, к счастью, могу исследовать какие-то могилы. Ха, интересно. Очень темно, я ничего не вижу. О, давайте, кстати, везде посветим. Ну, это просто красиво. На кресте ничего не вырезано. Ну, это же скучно. Здесь тоже очень темно, что ли? Я правильно тебя понимаю? Очень темно. Да, действительно. Клёво вообще, такое освещение сделано. Мне очень нравится. Изабелла Санд умерла в 1932 году. Совсем недавно, наверное, по вашим-то временным меркам. Эх-эх-эх. Вот знаете, все-таки очарование древности, вот эта красота на основе крайне малой требовательности и вообще мало чего сделанного, без ускорения в принципе, то есть фрапсом это не запишешь. В этом есть очень много прекрасных, прекрасных прекрасностей. Да, что-нибудь в этом духе. Копай, Сэм, копай. Сначала мне придется избавиться от могильщика. Боже мой, ты еще одного человека хочешь прибить, да? Ну давайте уберем проволоку. Это держит металлическую дверь открытой. Все, проволоки больше нет. Она мне интересна, не, у меня даже не сохранилась в инвентаре. Что-нибудь еще держит ее открытой, а? Эй, а, во, колышек. Давайте его тоже уберем. Колышек держит дверь открытой. Черту его. Ну что, ветер сам сделает дело? Да. Забил колышек. Он так просто не уйдет. Лажа. Зачем человека замуровывать в склепе? Ты гребаный придурок, Сэм. Прости меня, Уильям. Я должен был это сделать. Ах, хорошо, хоть он не очень жестоко выглядит. Могло бы все гораздо хуже. Пятый ключ. Последний. Прекрасно, у меня есть 5 ключей. Не знаю, на кой черт, но они у меня есть. Я очень боюсь, что это все выпустит нашего предка Мордреда. Но я, тем не менее, делаю это зачем-то. Я хотел бы выпустить могильщика, но почему-то не могу. А, не-не-не, я думал просто посмотреть, может он что-то нового скажет, но он ничего не говорит. Мне очень не нравится то, что я оставляю могильщика в склепе. Но, видимо, Сэм просто не может поступить иначе. Наша повозка. Должно быть, кто-то приходил к дому священника. Виктория, посмотрю в церкви. Это был Бейтс. Что он здесь делает? Почему он прошел в исповедальню в такой спешке? Я должен это как-то выяснить. Кто-то идет. Похоже, это отец Фредерик. Я слышал чьи-то шаги минуту назад. Сюда кто-то заходил до вас? Я никого не видел. Вы, должно быть, услышали меня. Наверное, вы правы. Я могу вам чем-нибудь помочь?
Нет, отец, благодарю вас. В таком случае я ухожу. Давай, вали, Фредерик. По всей видимости, я могу послужить вместо тебя исповедальщиком. Мне даже не надо нажимать на кнопку, Сэм сам все делает. Отец, меня мучит ужасная тайна. Мне известен источник этого зла. Я знаю, кто убил этих людей. Я больше не могу хранить эту тайну, поэтому я сделаю признание. Я видел, как он крался под покровом темноты. Его ладони, они были покрыты кровью. Это было ужасное зрелище. Я быстро спрятался, чтобы он меня не заметил. Когда я мельком взглянул на его лицо, ужас охватил меня. Это лицо все еще стоит у меня перед глазами. Все это время я хранил молчание. Я никому не мог рассказать. Все равно мне бы не поверили. Даже я не поверил бы этому, если бы не видел его лицо собственными глазами. Я боюсь даже произносить его имя, отец. Продолжай, сын мой. Я знаю, что дьявол многолик. Той ночью я увидел один из его обликов. Это был Сэм Гордон, молодой господин из замка Черное Зеркало. Да простит ему Господь его грехи. Это, наверное, волос убийцы. Убийца-брюнет. Он продолжал твердить, что он его не убивал. Вот что он говорит. И твои потомки будут нести мое проклятие. Один из твоих наследников соберет 5 душ у 5 смертных, и это вернет мой гнев к жизни. И я вернусь, когда твои дни будут сочтены. Никто не сможет меня остановить. Да простит ему Господь его грехи. Прости меня, Боже, за мои грехи, и дай мне силы нести мой крест. Дай мне силы восстать против зла и уничтожить проклятие, которое столько лет висит над моей семьей. Дай мне сил, Господи! Аминь. Есть только один выход с территории церкви. Я должен спуститься вниз в катакомбы и уничтожить источник зла, который завладел моей душой. Черт, как быстро я сюда телепортировался. Значит, это все-таки был Сэм. Все-таки Сэм. Черт. Но больше всего меня волнует... Не больше всего, но меня волнует, что, по всей видимости, игра не собирается рассказывать мне, что случилось с его возлюбленной. И собирается мне рассказывать, что случилось с его отцом. А жаль. Честно говоря... Я таю в своем сердце надежду узнать ответы на эти вопросы в следующей части этой игры. Я не совсем уверен, стоит ли объединять эту часть со следующей частью. Нет. Я, пожалуй, оборву все здесь. Мне кажется, что после этого тысячелетнего ожидания, конечно, видео получится не очень большое. Может быть, 20 минут.
Но тем не менее, давайте в следующем встретимся с вами в следующий раз. И я очень надеюсь, добьем эту игру до победного конца. Bye.